Сегодня утро 29-го или какого? 30-го сегодня? 30-го. Утро 30 января. На улице погода хорошая. Да, плюс 5. Плюс 5. Наверное. Мы с папой решили сделать дно кровати. Самый дешевый вариант кровати, который вообще можно придумать. Вот я сейчас покажу. Бам, у нас достали палеты. Дно кровать получается, бюджетный вариант. Живя в Америке, делаем такую дешевую кровать. Вот все инструменты, лобзики, болгарка, гвозди, обезьяночка. Надо купить диск для шлифовки. Так что мы едем сейчас за диском и за краской. И у нас вот будет такая дно-кровать, бюджетный вариант. Приехали мы в Lowe's купить все, что нам надо. Краску, диск шлифовальный. И что еще нам надо? Кисточку. Все, чтобы сделать нищую кровать. Бюджетный вариант. Ну что, баба, вот мы берем диски эти, чтобы шлифовать дерево. Вот в магазине ищем всю эту с папой краску. Все не может определиться с краской, какую брать. Баллончики. Купили мы все. Вон там сейчас самолет будет лететь. Погода вообще супер, правда? Скоро мы будем на таком летать. Просто вот там у нас аэродром маленький, для маленьких самолетиков. Тут постоянно летают всякие. Вот, папа уже отпилил чуток. Че колхоз получается? Чуть-чуть колхоз, надо здесь отпиливать. Надо эту доску нижнюю менять. А что? Там гнилая, такая тоненькая. Так она снизу будет. 80 инчей, да, но все равно. И 80 инчей вот взял отсюда. Здесь тот под дутам отпилим, этот под дом. Вот 80 инчей будет. А что 80 инчей? Ну, твин. Размер твин лонг. Или твин такой. 80 на 39. Здесь у нас будет 80 на 40. Там на 39. Получается реально дно кровать. Проще купить, мне кажется, да? Проще купить. Пока мы тут делаем эту кровать самодельную, я вчера написал на Крейглисте, типа, на объявление, где продают, покупают с рук. И сегодня ответили, не знаю, сейчас пока, может, съездим, купим все-таки кровать, чем будем вот такой вот заниматься с папой ерундой и делать из поддонов самодельную кровать. Все красиво получается только в телепередаче. Да. Это у нас типа двор такой заваленный чисто. Мусорки стоят. Стоит трава с по колено. Дрова. Еще дрова. Наша коптилка, столик, все делишки. Мы здесь иногда летом, когда тепло, сидим около костра. Вот как оно все наше выглядит. Как говорится, по-американски backyard. Маленький, но зато свой. Да ну, нам, пацанам, не надо другой, потому что мы этот не можем покосить траву. А если большой, то тем более. Вот что-то типа такого у нас получается. Кровать, сейчас я заценю. Лягу. Или ты, папа? Можешь попробовать. Оцени. Не, ну там еще ж матрас будет. Ну да, матрас будет. Прям здесь можно даже спать в гараже. А может, не прямо здесь, а только здесь спать на этой кровати. На такой кровати, только и в гараже спать. Да.
пока папа тут собирает кровать, я нашел у вас такую вот машину, осциллограф. У нас вон еще один есть. Не знаю, что с ними делать, правда. Зачем они вообще нам нужны? А факт в том, что у нас есть такая штука, как осциллограф. Не знаю, что здесь. Опаньки, тут какие-то монитор. Что это? Яркость. А что тут? Что с ним можно делать? Понятия не имею, как он и для чего вообще нужен. Какие-то каналы. Шумит. Прикольная штука. Папа все доделает. Последние штрихи сбивает этот. Мега. Все. Мега кровать эту. Вы хотите выбросить оставаться? Что? Выкрасить и выбросить. Что-то вот такое получилось. Че, не так, кстати, оно не так и плохо смотрится, если так сдалека. Ну, как бы так. Чуть выровнялось. Терпимо, по крайней мере. Едва сбрызнул. И закончился баллончик. Да, баллончика ушло. Я не заметил, куда они ушли. А ехать снова за баллончиками, конечно, не хочется. Вот что оно получилось. Не знаю. Сохнет еще. Ну так все. Нормально. Вроде как. Все-таки мы съездили с папой в магазин, купили матрас сегодня. Выгрузили. Сейчас занесем и будем пробовать. Мы наконец-таки покрасили, высохли они. Сейчас заносим. Стасик, куда третий берешь? Заносим домой и испытываем. Оп, ну что ты скажешь? Вот мы собрали кровать. Как и предполагалось, колхоз. Ну, она так вроде ничего. И лежачий СВО, лежать хорошо, свойство хорошее. Ну что там не нравится, а тебе? А давай попробуем положим эту штучку. Просто нету? Да. Ну давай, попробуем. Потому что она... Вот сюда надо что-то ложить, потому что здесь логик будет. Ну это мне вот так вот, смотри, я когда... Вот так, снимай. На. Вот так вот. Когда я сижу за компьютером, вот так. Подставка такая неплохая. Для ног, да. А то я вот так вот обычно сижу на системе. Вот так будет. Все продумано, тонко. Да, видишь, она мне как раз монитор вот так вот. Ну. Да. Все по теме. Ну хорошо, сейчас еще застелим, посмотрим, как получилось. Наконец-таки. Как она выглядит до этого, как сейчас выглядит. Все-таки мы решили постелить что-нибудь, потому что было там вообще ужасно. Ну а так как бы что, нормально, кровать даже простая, типа стильно даже. Да. Ну вот, завершился наш проект по постройке мега-кровати. Вот сейчас как посмотрим. Оно все выглядит. Лежачие свойства, характеристики. Ну давай. О, не рыпит, не скрипит. Да. Нормально, все классно. Все, можно спать. Можно спать, да. Спать, высыпаться, красота. Что-то получилось.